В набережных Челнах подорожат проезд. Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года. Так, проезд в автобусах и трамваях при наличном расчете и оплате карты повысится до 35 рублей. Сейчас эта сумма составляет 30 рублей. При оплате проезда билетом длительного пользования на 100 и более поездок проезд в следующем году будет стоить 25 рублей. Напомню, перевозчики выступали с предложением повысить стоимость проезда до 38 рублей.